партия мира упустила шанс на капитуляцию. Раздел «Геостратегия». Время играет против Запада, ведя его к ослаблению. Неожиданно упорное и долгое сопротивление России в войне за независимость, наносимый ей ущерб подконтрольным США вооруженным силам, отвлечение от более важных стратегических вопросов – это Китай, страны не Запада, процессы распада и другое – плохой пример для других и так далее ведут к росту претензий и требований. Смотрим рисунок. В случае продолжения борьбы – это инерционный и основной сценарий. Обращать внимание на растущие аппетиты и громогласные требования не имеет смысла. Германия в мировых войнах увеличила запросы по мере приближения проигрыша, игнорируя реальную обстановку и перспективы. Если Россия капитулирует, то к 2025-27 годам у Запада просто не останется сил для противостояния с нами. Речь идет о торгово-экономической войне. Но если произойдет капитуляция, то России не будет. Собственно, политика 2022-23 годов создала условия, что любой призывающий к переговорам и рассуждающий о мире – суть предатель. Подготовленная за полгода по стандартам НАТО новая украинская армия из состава отловленных мобилизованных остатков собранной по миру старой советской и западной техники добиться кардинального результата не сможет, особенно когда смотришь на оборону первого рубежа. Далее выбор – европейские войска или замораживание конфликта. Разговоры о достижении мира в текущих условиях ведут к капитуляции и гибели России. Любой ратующий за это является врагом, вне зависимости от осознания последствий своих желаний. Полутонов давно нет, либо ты с Россией или с ее армией, либо с врагами. Запад очень много сделал, чтобы промежуточные варианты были невозможны. Но важно понимать и роль Владимира Путина и компании, что фактически на одной волне продавили отечественную элиту на борьбу, не дав сдвинуться на первых этапах, не дав сдаться на первых этапах. Теперь капитулировать поздно, не пощадит никого. Все мы в одной лодке. И да, завершение боевых действий на бы Украины не приведет к нормализации отношений с Западом. В общем, улыбаемся и машем.